Ленинского текстиля только самые лучшие товары для вас. И сегодня специальное предложение дня. Это набор из 100% высококачественного турецкого хлопка. Вы получаете сразу два полотенца в комплекте в подарочной упаковке. 70 на 140 и 50 на 90. Представит коллекцию наш эксперт рубрики «Дом» Юлия Колосова. Оленька, сделаю это с удовольствием. Сегодня мы работаем с одним из лучших турецких брендов. Это старейшая фабрика, легендарная фабрика «Азантекс», которая представляет нам одну из своих лучших торговых марок «Нуша». Компания имеет собственную художественную лабораторию, собственное производство, и дизайны здесь неповторимы. Это роскошная камея с разными рисунками, оформленная вот такой прекрасной вышивкой, как ручной, шелковыми, прекрасными нитями, обрамлено. Конечно же, это чистый хлопок, с хорошим уровнем впитываемости. Это очень мягкая махра, это турецкий высококачественный хлопок длинноволокнистый, который подарит вам самое приятное тактильное ощущение, впитывать будет за секунды влагу с вашего тела. Конечно же, у нас есть выбор оттенков, и мы подобрали их согласно мировым текстильным трендам, уже действующим на следующий год. Давайте знакомиться. Давайте посмотрим внимательно на экран и выберем расцветки. Пока есть разные цвета на выбор. Бежевый в коробочке. Обратите внимание, внизу лежит у нас кремовый цвет, сверху светло-розовый. Плюс ко всему у нас есть, вот он, этот кремовый цвет, светло-розовый, ментоловый цвет и розовый. Есть еще коралловый цвет. У нас разнообразие оттенков и декора, дизайна. Выбирайте сейчас. Это полный комплект. Это идеальная покупка. Это хороший подарок на Новый год. На себе в первую очередь. Вообще турецкий текстиль, он славится на весь мир. И да, я вот, знаете, хочу отметить, что когда я была в Турции в 2010 году, я привезла оттуда турецкие полотенца. Юля, это такая прелесть. Вот сколько им уже лет, да, они как новенькие. Они мягкие, пушистые, они так хорошо вытирают влагу и ухаживают за вашей кожей. Турецкий... Мы поехали на выставку? Да, турецкий текстиль славится на весь мир своим качеством прежде всего, потому что используют компании собственный хлопок. Вот мы сейчас находимся на выставке в Анталии, это шоурумы этой выставки, и бренд Нуша, который представляет нам эксклюзивную линию полотенец, предновогоднюю лимитированную капсульную коллекцию, тоже представлял на этой выставке свою продукцию. Нуша ценится, это торговая марка крупнейшей лидерации отрасли. И мне очень нравится, что это компания, которая делает товары собственного хлопка турецкого высочайшего класса. И вы получаете два полотенца сразу. Это специальное предложение дня. Особый декор и дизайн. За первый эфирный час у нас распродано больше 1000 комплектов. Многие делают свою первую покупку. Присоединяйтесь. И сразу два полотенца и цвета, и дизайны на выбор. Итак, у нас есть дизайн-домик. Вот сейчас он на экранах. Да, посмотрите, он очень милый, очень нежный, очень приятный. У нас есть также дизайн часы. Вот они, посмотрите. Здесь у нас часы, да, оформление очень приятное. Напомню, здесь есть вышивка. Также у нас есть для вас еще и дизайн, который розы, да, есть девушка. Вот давайте посмотрим на девушку. Также нежное оформление и тоже представлено в разных цветах. Ну, посмотрите, как эффектно оформлено, будто ручной вышивкой. И вот такие полотенца подарят особенное оформление вашей ванной комнаты. Я очень рада, что вы можете разделить полотенца по цветам, они уже так и сформированы для каждого члена семьи. Очень эффектно украсить ванную комнату, вам будет приятно там находиться, приятно трогать эти полотенца. Как это производится? Давайте посмотрим, ведь это турецкое производство. Это сложнейшие технологии. Во-первых, хлопок здесь чесанный, длинноволокнистый, а это значит мягкое полотенце на выходе, а это значит полотенце гипоаллергенное, гигиеничное, и самое главное здесь хорошее плотность и правильная степень закрученности махры. Турецкие традиции и качества известны нам уже достаточно давно. И поэтому, конечно же, мы ценим это. Потому что совершенно другой уровень даже использования. Нежнейшее, мягкое. Вот мы махрушечки можем посмотреть. Обычно, Олечка, они бывают как травка, да, такие остренькие. А эти не будут царапать кожу, будут хорошо сохнуть и не будет никакого неприятного запаха. Ну и впитываемый здесь 200%. Вау! Вот, кстати, мои турецкие полотенца, которым уже ого-го сколько лет, они так и впитывают.
впитывает, они нежные, приятные. Слушай, давай докажем, что у нас полотенце действительно хорошо впитывает, а это известно всему миру, а за это и славится турецкий текстиль. Давайте мы проведем эксперимент. Для вас, конечно, воды на теле столько нет, больше, чем полстакана, но мы для чистоты эксперимента налили много воды. Я опускаю туда наши турецкие полотенца от бренда Nusha, и по плотности, да, впитываемость идет идеальная, просто буквально с первых секунд полотенце как выпило всю водичку, и ничего не осталось. На вашем теле не останется ни капельки сейчас. Вау, посмотрите! Вот. Обратите внимание, как много впитывает, и вы видите, сколько воды впитывает полотенце. Это высокое качество, это турецкий хлопок, это мягкость и нежность, и, конечно, это правильный уход за своим телом. Наслаждайтесь! Два полотенца в разных дизайнах, все цвета есть пока, расцветок на выбор, и при этом у нас хорошие размеры. Банное полотенце, смотрите, в него легко завернуться, оно у нас размером 90 на 140. И также у нас есть полотенце, можно голову вот так укутать, волосы, у него размер 50 на 90. Вот, пожалуйста, два полотенца, и это ваш правильный банный набор. Можно заказать на подарки для себя. Замените свои старые полотенца, обычно в ванной все разноперое. И вот посмотрите, какие прекрасные размеры. Мне очень нравится, что два полотенца, те, которыми мы пользуемся часто. Да. Для волос, для ручек, для ножек. И банное полотенце подойдет и для мужчин, и мужчинам, и женщинам. Будете закутываться, а самое главное, влагость тела будет уходить при первом прикосновении. Да. Вот это важно. То есть мы не будем растирать кожу до красноты, да, а мы получим просто легкий микромассажный эффект и хороший уровень впитываемости. Напоминаю, что у нас есть цвет ментоловый, есть у нас цвет розовый, вот сейчас вы видите его на экране, глубокий розовый, есть светло-розовый, есть цвет кремовый, есть бежевый цвет и есть вариации дизайнов, разные на ваш выбор. Успейте дозвониться и наслаждаться, какой он мягкий, пушистый, какой он приятный. Это турецкое качество. Олечка, а качество как раз в деталях. Вот давайте я обращу ваше внимание еще вот на какой момент. На канты, на качество пошива. Да, это очень важно, потому что когда мы стираем и сушим на оборотах, вот этот жаккардовый кант будет укреплять, и полотенце останется долговечным, не разойдется на слои. А значит, это хорошая инвестиция в ваш комфорт. Ну и, конечно, эффект работы турецких мастеров. И подарочная упаковка. Заказывайте несколько. И фиксированная доставка 199 рублей.